использую детектор лжи на моих друзьях Майнкрафт. Сегодня кто-то из друзей украл мой дом. Я установил мод на детектор лжи и решил узнать всю правду. Пока я подводил к вопросам о краже, я узнал много тайного, чего был просто в шоке. Я узнал, как друзья по-настоящему относятся ко мне. Хочется плакать даже. Смотрите до конца и сами все узнаете. И давайте наберем 2 лайка под этим видео. Приятного просмотра. Я собираюсь использовать детектор лжи, чтобы вытаить самые безумные секреты моих друзей. Если вы хотите знать, зачем я это делаю, потому что они украли мой дом. Вы посмотрите, абсолютно это все, что осталось от моего дома. Ничего не оставили, разграбили полностью. Мою броню забрали, сундуки все поломали. Ничего больше у меня нету на этом сервере. Все, что осталось мне, это 56 булыжника. Я так и знал, что это рано или поздно произойдет. Поэтому я здесь по секрету, рядышком с болотом, вот именно под этим вот песком, закопал небольшие инструменты. Давай, да, секретный детектив бочка, ха-ха, это про меня. И тут у нас есть детектор лжи, контроллер детектора лжи, а также сканер структуры. Ну и небольшая туника детектива. А, я чуть не задохнулся тут уже. Так, надеваем нашу тунику, выглядим просто стильно, красиво, молодежно, классно. И сейчас вам все по порядку объясню. Сам детектор лжи, нам придется вешать его на игроков. А также у меня есть сканер структуры. Это вещь, которая позволяет обнаруживать секретные потайные сундуки, которые могли спрятать от меня друзья. И прямо сейчас я направляюсь к нашему первому другу няшке с выяснением обстоятельств. Мне придется принять очень серьезные меры, чтобы выяснить, украл ли мой дом няшка. На сервере у нас сейчас добейта, также няшка. И, как я понимаю, это дом няшки. Просканируем, посмотрим. Где-то здесь 100% могут находиться секретные сундуки. Пока няшка дома, это будет отличным способом узнать об этом. Это что такое летит? Алло? Что это такое летит, Фиксай, няшка? Что это? А это я пытаюсь узнать, прячешь ли ты от меня что-нибудь? Ничего я не прячу, почему? Ну, бирюзовый мне, конечно, нравится, это мой любимый цвет, но давай не вокруг моего дома это сканировать. Ага, ты уверен, что это не вокруг твоего дома находится? Сейчас мы все узнаем, сейчас мы все проверим. Так. Я у тебя сейчас заберу эту штуку. Что ты у меня заберешь? Ну что ты теперь мне скажешь, да, няшка? Прямо сейчас на тебе находится детектор лжи. И если ты мне не ответишь, то ты взорвешься. Слушай, может, ты все-таки снимешь вот это вот? Мне оно не нравится. Не, да так давай просто узнаем, няшка. Ты от меня что-нибудь скрываешь? Да не. Да сними. Подожди, няшка, ты слишком... Да что ты уже, господи, ты... Да я тебе говорю, успокойся. Тихо. А ну ответь нормально. Да подожди, ответь нормально. Ты от меня что-нибудь скрываешь? Нет. Ну сейчас мы узнаем. Опачки, няшка! А вот и ложь! Знаете, может, тебе снимешь с меня уже? Посмотрим, что у тебя тут есть. Так. Я вообще нормально шарится у меня по сундукам? Я так и знал, я так и думал. Так, посмотрим, что ты тут скрываешь. Ну, конечно, а вот и моя броня. Сними с меня эту штуку. Слушай, няшка, а если я прям здесь что-нибудь просканирую? Найду ли я что-нибудь? Да не найдешь, боже, успокойся. Сейчас мы узнаем. Так. Я так и думал, я так и знал, няшка. Слушай, няшка, у меня такой вопрос, знаешь какой интересный? А у тебя есть секретная база? Да. Сейчас проверим, врешь ты мне или нет. Поздравляю, няшка, ты впервые сказал правду. Ну давай, веди меня к своей секретной базе. Да постой же ты, ну что ты такой быстрый, я не понимаю. Ты куда копаешь? Няшка, ты чё, ты куда полетел-то, ё-моё? А, ладно, была не была, иду со двора, я тогда тоже полечу. Ха-ха-ха-ха, страшно, господи. Так, няшка, и что это за место вообще такое? Ты куда? Няшка, нифига себе, ты куда? Ты не сможешь выжить здесь. Ты что делал? Ты что наделал? Няшка, так подожди, я не понял. Ну давай. Ай-я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 й. Такой подставы даже я не мог ожидать. Уже... Давай. Господи, это самая отвратительная, ужасная ловушка, которая когда-либо была. О, все, прекрасно. Не понял. Так, ну, казалось бы, вроде бы обычный... Нет, стержни, нифига себе! У меня кровопролитие само настоящее идет. Я понял, нужно аккуратно. Нужно прям аккуратненько все это дело проходить. Ни в коем случае наступать или касаться этих стержней нельзя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это плохо, это очень плохо. Это сейчас было очень плохо. О, я чуть не умер. Так, это еще что такое? Какие-то шипы непонятные. Так, а здесь дверь с кодовым замком. Здесь появилось очень много жителей. Няшка, открой, пожалуйста, дверь! Так, меня нет внутри, пишет. Ну, давайте проверим, как его нету внутри. Ага! Так! Я так и думал! Я так и знал, няшка! А ну, открывай быстро! Да, не
успел. Ты засранец, ты, может, снимешь с меня все-таки эту штуку? А ну, коняшка, где ты нашел этих деревенских жителей? Поработил ты их, да? Да какой поработил, боже, ну, это мои друзья, вот смотри, я им изумруды даю. Няшка, ты уверен? Я сейчас опять использую детектор лжи и пойму, что ты врешь. Да сними с меня уже его! Нет! Да! Ладно, давай узнаем, правду ты мне говоришь или нет? Ну, как обычно. Я не знаю, Няшка, заметила ты или нет, но с каждой ложью твои сердечки уменьшаются. А и чё? Еще немножко лжи, и ты просто умрешь навсегда, и больше не появишься на этом сервере. Да, не понял. Ой-ой-ой, ага, Няшка. Раньше думать надо было. У меня последний вопрос к тебе. Я еще раз говорю, сними с меня это. Я не сниму, Няшка. Последний вопрос. Ты украл мой дом? Нет. Так, сейчас узнаем. Что? Как это возможно? Какая правда? Я же сказал, я не крал. А ты не мог сразу сказать, я не понимаю. Ладно? Я думал, ты не хочешь у меня забрать мои сокровища. Я ничего не хотел брать. Ладно, Няшка, тогда еще один вопрос. Я твой любимый друг. Да. А ну-ка, так. Что? В смысле? Постой, говорю тебе! Умер в своих же ловушках. Ну, гениально. Ладненько. Слава богу, что детектор лжи хотя бы остался. Все, что мы узнали, это то, что Няшка не крал мой дом. Но также мы узнали, что Няшка соврал о том, что я его любимый друг. Хотя он всегда об этом говорил. Интересно получается. Мне ничего не остается, кроме того, как идти к своему второму другу. Дебейту. Сейчас мы узнаем у него всю правду. О, ну наконец-то сейчас домой приеду. Наконец-таки встречусь со своим питомцем Гэри. Так, а вот и следующий дом. Ха-ха, ну конечно, от Добейта я другого дома ожидать не мог. Дом губки Боба, конечно. Так, окей, проверим, посмотрим. Сканируем. Ну пока что ничего нету. Так, это даже странно, это очень подозрительно, что здесь ничего нет. Так, стоп, я вижу сундуки, но они на поверхности. То есть, по сути, это не секрет, это никакая база. И ничего здесь потайного я тоже не вижу. Так, это очень стрёмно, это очень странно и загадочно. Так, да. Добейт, а ну открывай дверь, давай! Открывай, говорю тебе! Его что, нету, что ли? А? Фиксай? О! Добейт! Привет! А ты что тут делаешь? Нет, это мне интересно, откуда ты идешь? Я? Да откуда-то? Ну ладно, только с Гэри-то встань, пожалуйста. Все-таки, ну, Не наступай на Гэри! Так, Добейт, не наступай! У меня вопрос, смотри, да, я просканировал полностью твой дом, и знаешь, я ничего здесь не нашел секретного. Смотри, ничего вообще ты... нету. А ты не офигел ли мой дом сканировать? А это ты не офигел ли мой дом красть, а? А ну давай признавайся, в смысле, рассказывай мне все. Это что? Что это? Так. Это что? Что так, это такое? Да, вот, ты сейчас вот узнаешь, что это такое. А ну давай рассказывай, скрываешь ли ты от меня что-нибудь? Ну, как тебе сказать-то? Да, я скрываю. Вот это перейдешь! Ты что, обалдел что ли? Добей! Я тебе сейчас... А ну, хвально, ну перестань, давай! Троллить меня еще решил, да? А что я тебе должен еще ответить? Да ну подожди, иди сюда, говорю тебе. Так, что давай, рассказывай еще раз. Ты от меня что-нибудь скрываешь? Нет. Ну давай, сейчас узнаем. Скрываешь ты от меня или нет? Поздравляю. Дай передачу детектор лжи в Майнкрафт. Что это? Да, добеет. Прямо сейчас ты соврал мне. И заметь, у тебя отнялось два сердечка. У меня вроде полное здоровье. А почему у меня 9 сердец, а не 10? Ага, да, значит одно. Ты вор сердец? Да, добеет, если ты мне продолжишь лгать, оно тебя убьет. Понимаешь? Так, ладно, хорошо. Добей. Скажи, пожалуйста, ты что-нибудь знаешь о краже моего дома? Да ничего не знаю, сними меня за эту штуку. Все, не смешно уже. Сними, как её снять? Опять ложь. Опять очередная ложь, добей. Сколько можно? 8 сердец у меня уже. Я понимаю. Еще 8 лжи, ты умрешь, добей. Поэтому, пожалуйста, давай отвечать честно. Так, Фиша, а ты не офигел ли? У меня уже 8 сердец. Ты пришел, начинаешь просто так на меня наезжать. Ну, может, я что-то знаю, ну не знаю. Ну ты надоел, ты просто вламиваешься ко мне домой, смотришь мои ресурсы и еще отнимаешь у меня сердце. Знаешь что? Вот что! Чего? Пока! Вышел! Просто вышел! Чего вообще? Вот и что это было? Что это было? Он просто ко мне пришел и начал меня просто обвинять. Я не понимаю, но это полный трэш, это... Это жесть! Что я сделал ему не так, чтобы он ко мне вламывался домой, разрушал мои вещи, ставил какую-то штуку на голову, а потом просто взял мои еще ресурсы, мои сердечки просто...
я не знаю. Трэш, полный трэш. Я не знаю, что тут сказать. Все, во-первых, так успокоиться нужно. Во-первых, он подозреваемый номер один. Он не просто так вышел, он почуял, пахнет жареным. А это означает то, что он 100% что-то знает, и он виноват в краже моего дома. Так, пока его нет, осталось понять, откуда он пришел. Судя по всему, он шел отсюда. Значит, где-то здесь, возможно, находится его секретная база, которая находится в тайне от всего мира. Окей, попутешествуем, посмотрим сейчас. Надо сейчас за ним, где он? Главное его! Тихо. Опачки! Я так и думал. След меня правильно направил. Смотрите, скорее всего, это лодка Добейта, на которой он как раз-таки и приплыл. Откуда? Надо в этом разобраться. Я пока что не буду трогать его лодку. Я сейчас возьму и сделаю свою. Оставлю, так сказать, улики уликами. Чтобы Добейт не подумал, что его лодку кто-то украл и узнал о его секретной базе. А я уверен, что эта секретная база все-таки существует. Отлично. Вот он там. Жук такой навозный. Я ведь тебя знаю, фиксай. Хопа, лодочка готова. Прекрасно. Все, поплыли. Ага, поплыл. А, и вторая лодка, отлично. Если это подводная база, то мне придется очень много просканировать. Прям очень много. Но пока что здесь я ничего не вижу. Но было бы глупо, чтобы он это делал среди гор. Возможно, это сделал он в открытом море. Осталось только проверить и узнать, где это находится. Я его не вижу. У меня это просто лодка, которая сама по себе плывет. Это как? Пока я плыл и сканировал, я даже не подозревал, что за мной кто-то следит. Опа! Я так и знал. Обнаружил. Да, тут что-то есть. Так, ладно, все, пофиг на эти сундуки. И куда же он поплыл у нас? Вот как значит, да? Тут что-то происходит дальше. Мне нужно скорее плыть, потому что у меня заканчивается кислород. А если он закончится, будет очень-очень плохо. А куда дальше-то плыть, господи? Гигантская пещера, просто огроменная пещера. Ох, дышать. Я так и знал. Портал! Мои доспехи! Мои сундуки! Части моего дома! Вот оно все родненькое в этой пещере! Стой! Остановись! Опачки! Остановись! А вот и виновник торжества! Да ну кто еще виновник? Давай быстро рассказывай! Опять? Являются ли эти вещи частями моего дома? Да, являются, фиксай. Сейчас мы это узнаем, лжешь ты или нет. Да, хорошо. Это мои вещи, вон там в сундуках, доспехи. Да, это твои вещи, фиксай. Так, сейчас узнаем, проверим. Так, хорошо, не лжешь, окей. Украл ли ты это все? Я тебе говорю, это не я. Я отказываюсь тебе, отвечать, это не я. Нет, все. Последняя твоя фраза была «не я». А ну-ка. Да ладно, не может быть такого, не может быть. Стоп, как это возможно? Подожди. А вот так вот это возможно, фиксай. Врываешься ко мне домой. Подожди, кто это был тогда? Кто это был? Ладно, тебя фиг узнаешь. Нет, ну, я, получается, это Гречин, да? 100% это Гречин сделал, это был Гречин. То есть, я отказываюсь отвечать тебе. Это был Гречин, да? Нет! А? Нет. Это был Гречин, да? Спасибо, Добейт, спасибо тебе огромное. Ага, я так и думал, я так и знал, что это он был. Ну все, настало время отправиться к Гречину. Так, отлично. Дом Гречина. Кстати говоря, этот дом когда-то был моим, но я его отдал. О, привет, Гречин! Ядрен батон, фиксай, ты что здесь делаешь? Привет, Гречин! У меня к тебе деловой разговор есть! Эй-эй-эй, фиксай, чего ты меня ударил? А ты что, не заметил эту штуку у себя на голове? Стой, подожди, а что это такое? А теперь, Гречин, ты будешь отвечать на мои вопросы. И первое, что хочу у тебя спросить, скрываешь ли ты от меня что-нибудь? Если ты меня соврешь, эта штука на голове у тебя взорвется вместе с твоим домом! Ты меня понял? Я в шоке. Итак, скрываешь ли ты от меня что-нибудь? Конечно, скрывай, ядрен батон. У каждого из нас есть свои секретики, дружок. Сейчас мы это проверим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, куда я поднялся? Так, стоп, ты не солгал. Значит, реально что-то от меня скрываешь. Хорошо, Гречин, раз ты от меня что-то скрываешь, тогда наверняка ты тогда знаешь, что именно ты украл мой дом. Разговаривал ли ты с моим вторым другом Добейтом? Нет, я вообще никаких дел с Добейтом иметь не хочу. И вообще, ты мне надоел. Я от тебя ухожу. Давай узнаем. Ага! Тихо. Не, ты никуда от меня не уйдешь. Ты будешь стоять здесь и слушаться меня. Может, договоримся? Я дам тебе цветы. Держи цветы. Посмотри на свои сердечки. Видишь, они уменьшаются. Да с каждого уже будет все хуже и хуже, понимаешь? Я боюсь тебя. Давай сразу следующий вопрос. Ты украл мой дом. Зачем мне нужен твой дом, ядрен батон? У меня вот свой есть большой, красный, красивый дом. Мне твой не нужен. Тогда что ты от меня скрываешь? Ага, все, вот тебе расскажи, да покажи. Ну ладно, пошли, я тебе расскажу и покажу. Согласен, пойдем. Пошли.
Так, Фигзай, мы почти на месте. Иди сюда. Так, это мое? Так, заходи сюда. Так, это еще какой-то непонятный дом. Ведь это моя секретная лаборатория, в которой провожу свои секретные эксперименты. Ну давай, покажи, что за секретные эксперименты ты проводишь. Ну так пошли со мной. Хорошо, поползли. Вот, Фигзай, мы с тобой поднялись наконец-то. Смотри, что у меня здесь есть. Это моя секретная ракетная установка. Ракетная установка, тут ТНТ и... Похититель дома! Подожди. Чего? Его кто-то украл, Фигзай, ядрен батон, все, конец, конец. Подожди, как это кто его украл? А ну-ка, признавайся честно. Это ты украл мой дом. Нет, зачем он мне нужен? Я же тебе уже сказал, не нужен мне был твой дом. Конечно же, это не я. Узнаем. Ай-я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 й. Я опять улетаю куда-то. Так, хорошо, подожди. Я еще у тебя спрошу. Ты пользовался этим похитителем дома? Когда тестировал, пользовался, а так больше нет. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ты не вот ты не доверяющий. Подожди. Дуреха. Подожди. А что там? Я, кажется, понял. У тебя проломано стекло, и здесь губка. А знаешь, кто живет в губке? Губка Боб. Нет, добей. А, серьезно? Да, я знаю, где он находится, пойдем. Так подожди, ракетную установку возьмем, и тогда догоним его. Давай, бери, бери. Полетели. Ты что, ты меня не попал, аккуратно. Да значит, будь резвее, будь смелее, беги быстрее. Так, Фигзай, Фигзай, я, кажется, вижу. Да-да-да-да-да-да-да, ну, сюда. Тихо, хода, подожди, ты что делаешь? Стой, подожди, мои вещи. Что в смысле твои? Это же, ну, типа, похитителя. Вон туда точно не стреляй, подожди. Стоп, добейт был тут. Я тебе серьезно говорю, добейт был тут определенно. Подожди. Как ты это понял? Как ты это понял? А ну-ка. Что это за звуки? Стрельни-ка туда. Я вижу добейта, стреляй быстрее. Подожди, не стреляй, это я мой дом, я его уже Брэнда. Разрушил, да все, я его уже разрушил, без разницы. Дом. Это мой дом, хватит стрелять, говорю. Так он там укрывается, я говорю, да я тебе сейчас, я не знаю, вот держи, полетай немножко хотя бы. А ну стой, добей, а ну подожди, куда ты улетаешь, куда ты улетаешь, куда ты уходишь? Нет, Фигзай, ты меня хочешь уничтожить, поэтому удачи. Ты посмотри на него, механизм себе построил. Механизм построил, а полететь не смог на нем, прикинь, ты подожди, забрал мой механизм, мы сейчас на этом механизме сами разберемся. А вы не сможете. Фигзай, этот механизм разрушил случайно. А я специально. Все, он ушел. Ладно. Ничего страшного, Гречина. В любом случае, домик мы наш нашли. Я надеюсь, ты шоу не подорвал. Ну, конечно, спасибо, Гречина. Да, Фигзай, главное, что все вещи уцелели. В честь этого я предлагаю праздничный салют. Вау! Я ж тебя сейчас прибью. Ой. А ну-ка иди сюда! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А ну-ка иди сюда, Гречин! Эй, Фигзай!